Шалом. Однажды человек пожаловался Богу на свою горькую и тяжелую судьбу. Всевышний ответил ему сразу: заходи и выбирай. Вот тебе кладовая судеб. Вот он заходит, выбирает, это ему кажется сложной, это тяжелой, это не того цвета, а это слишком короткая. И вдруг он видит самую такую прозрачную, чистую, беспорочную судьбу, где нет никаких проблем. Он ее выбирает, говорит: Всевышний, вот эту. Он говорит: а ты точно хочешь это? Он говорит: да. А ты знаешь, это твоя судьба. И так часто в жизни мы жалуемся на горькую участь, на судьбу, которая слишком тяжела, на испытания. Но если мы всмотримся, наша судьба, она не такая уже плохая, не такая уже тяжелая. Есть такое понятие «смирись». Вот смирись со своей судьбой, прими ее, иди дальше. А я говорю: не так. Не надо смириться, потому что смириться – это как ты смотришь на нее, как на что-то плохое. Ты просто посмотри на нее, как на отличную вещь. Да, многие говорят, все познается в сравнении. Но не всегда тебе хочется сравнивать. Тебе вот ты – это ты. Поэтому возьми свою судьбу в руки, иди по ней и сделай ее хорошей, доброй. На любом участке, этапе жизни ты можешь ее поменять, повернуть, почистить, пройти испытания и, самое главное, радоваться. Шалом, шалом.